Ну вот и доброе утро. Сегодня 17 октября. Ну и ровно месяц, как я уехала из дома. Как хорошо, Господи, как я спала, как ребенок. 6 часов 17 минут. Что-то я заспалась немножко, хотя бы пораньше встать. Я сейчас этикетину. Как классно, боже мой. Я сейчас еду в пустыне, вернее, я уже в пустыне. Уже в пустыне, Это называется Hot Springs. Hot Springs, Калифорния. Там только-только встает солнышко, так красиво. Эту штуку повесила, потому что сильно глаза бьет. Надо быстренько побежать, ручки помыть. Сильно бьет в глаза свет, поэтому повесила вот эту штучечку. Ладно, потом сниму уже. Ночью, вечером было жарко, потому что я вчера приехала, было 100 градусов, 38 градусов было жары. Это пустыня. И влажность 8%. Поэтому меня спасал мой вентилятор чуть-чуть. А потом я... А перед этим я сидела в машине, лежала в машине, включила мотор. И на включенном моторе лежала. Даже немножко приуснула. Часа 3, наверное, 4 я была на включенном моторе. Иначе было бы невозможно. Вон какой рассвет шикарный. Сейчас вот отсюда покажу. Да, я еду. Сегодня я, сейчас я встану, еду Джошуа 3 Стейт Парк. Там громадные деревья, ну не деревья, громадные колючки, кактусы, кактусы высоченные. Оттуда я еду, недалеко от Сан-Диего тоже есть, тоже какая-то пустыня. И уже потом я, завтра, наверное, я выезжаю уже на Аризону. Как красиво, Господи, как здорово. Ой, пошли мыться, умываться, чистить зубки.